motherfucker. Так, язык озвучки. Английский, японский, китайский, испанский, немецкий, итальянский, французский, японский, китайский, испанский, а где русский? Прикинь, немецкий такой вообще-то. Так, английский. Отлично. Субтитры включить. А, это выберите, я понял. Типа, в чем комфортнее вам сидеть? Я сижу в наушниках, да. Подтвердить. Так, теперь сделаем немножко поярче, пока узор не станет практически неразличим. Вот, подтвердить. Измените значение, пока узор не станет практически неразличим. Вот, минимум яркость. Измените значение, пока изображение слева не исчезнет. Измените настройки. Измените, глядя прямо на экран. А, пока изображение слева не исчезнет. Вот мы настроили изображение слева. Совместите прямоугольную область с границей. Я, тест что, на что я прохожу сейчас вообще? Капком представляет. Эпидемия распространилась быстрее любой болезни в истории. Сходитесь немедленно! Разъяренные толпы, горящие здания по всему... Власти ожидают новые беспорядки. Пожары, людей избивают, мародеры... Он потерял сознание, лицо было... Какие-то страшные вещи творятся, ребят. Мы официально объявляем карантин на юго-западе власти США. Не знают. Карантин? Честность, самоотдача, порядочность – это ключевые ценности, лежащие в основе. И на этой основе мы продолжим строить светлое будущее для всех. Как все круто! Научно-фантастично! Так нам показывает какой-то вертолет, не какой-то ящик корпорации Umbrella. Где это я? Кто это я? Ну, у меня есть руки и ноги, это уже хорошо. Обычно в играх ног нет. Но тут мы полноценные. Что-то там со временем часы встали. Да, надо закрыть окна, а то уже натекло, я тебе кричу. Так, что дальше? Тем временем у нас есть... Ванная комната, как мы прекрасны. Ты, походу, все повключала. Окна включила, телевизор включила. Вот, даже из носа включила. О, что это? А что происходит? Что это за дохера внушение такое? Угу. Так это нам приснилось? С каждой ночью все хуже. То есть, получается, ты не первую ночь ловишь такой приход. Слушай, а здесь надо на кнопку нажать, а тут посмотреть на что-то посмотреть. Давайте на что-то там посмотрим. Еще 3 дня, и я, наконец, уберусь отсюда. Отлично. Через 3 дня мы куда-то свалим отсюда. У нас здесь есть значок полиции и машина полицейская, и берета полицейская. Мы, значит, полицейская. Блин, опять ног нет. Мы вставали с ногами. Куда ноги делись? Я серьезно, где ноги? Я не прикалываюсь. Ладно, я с этим еще разберусь. Мы позавтракали. Все дороги нас ведут вот сюда. Но мы тогда в прошлый раз зашли, превратились в зомби. Телефон звонит. Алло? Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Срочно выбирайся оттуда! Что случилось? Нет времени объяснять! Выбирайся немедленно! Лучше я танцую! Нихера себе! Ты что, мать твою, такое? Нифига себе! Опаньки-шопаньки! Ничего что себе! Это за хрень? Я не знаю, сама в шоке. Валим отсюда вам. God damn it. Надо выбираться. Валим. Я не знаю, что это. Давай просто бежать. Нифига себе. Да это совсем районом творится. Так, сюда. Охереть! Почему мы так круто не встали утром? Беги уже. Сейчас выход стопудово будет заблокирован.
Вот это я понимаю, выйти. Ладно. Ты дашь мне расслабиться, мужик? Не здесь надо быть. Я же все-таки девушка. Да, жесть. Не сиди, беги, беги, беги. Какого хуя? Слушай, лучше и не скажешь. Джилл! Сюда! Да, это я. Брэд! Ты кто такой? Ты как? Что это за монстр? Без понятия. Но он охотится за агентами Старс в городе. Тобой и мной. И я сваливаю. Сама подумай. Чем больше ждем, тем больше в жопе. Окей. Как все произошло так быстро? Я не знаю, но беда никогда не приходит одна. Все как в Аркли, но хуже. Что здесь произошло? В общем, это все из-за нескольких агентов. Разрушить целый квартал? Столько людей могло заразиться. А, это заразился весь город, что ли? Берегись! Сюда! Их так много. И правда, это как так случилось-то? Давай зайдем внутрь. Нет. Огонь. Ну! Офигеть! Вот, блядь! Не переживай! Брось, Джилл! И так все ясно! Нет, не ясно! Там он же заразился! Так осмотри, не облажайся, как я! Иди! Жесть, да иди уже, он все, ему C-3PO настал. Слушай, ты только что из здания выбегала как лань. Что с тобой стало, когда ты вышла? Куда делась эта грация, это мужество, вот это все, вот что? Так, смотри, пистюган. Я думаю, нам нужно взять. Хватит всем-то жалеть. Ну, он же не по твоей вине умер. Ох ты. Валим на парковку. Отлично. У нас есть новая цель. Ты в порядке? Я нормальный. В смысле? Спокойно. Вертолет доставит вас в безопасное место. Безопасное? Я никуда не пойду. Парковка близко. Я провожу. Нет, безопасно только здесь. Ну, как знаешь, мужик. Ну, патрусики. Теперь у нас есть патроны. 7 штук аж. Ну, я думаю, здесь мы проползем. Виноват. У нас все получилось, отлично. А тем временем... Черт! Да он меня уже укусил, я все, я уже, ну, практически... Давай еще, застрянь мне. А зачем мне нож, если нож нихера не делает? Так, меня 3 раза укусили. Я, по идее, уже должен быть зомби. Почему? Почему? Что-то какой-то где-то обман. Эй, залезайте! Залезайте, хорошо. Сейчас там только добраться нужно. Прикинь, мы только подходим... Я что, вангую, что ли, сегодня? Только хотел сказать, прикиньте, мы только подбегаем, вертолет взрывает. Фига, опять смотреть. Слушай, что не так с этим чуваком? Он огромный. Давай, заводись. Заводись, блядь. Давай. Моя очередь, сука. Да. Погнали. Слушай, из всех машин на парковке ты не могла вот, ну, взять более безопасную? Хотя бы с подушками безопасности, я не знаю. Взяла самую деревянную вообще. Ты
сколько запихивать придется. Так, спокойно, я помогу. Кто ты? Что ты делаешь? Я Карлос. Спасаю тебя. Давай, пойдем в убежище. Кажись, оторвались. Мы собираем здесь выживших. Где здесь? Мои ребята переделали вагоны в убежище. Все чисто. Я в норме. Личное пространство. Хорошо, понял. Идем. О, да ладно. Никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет и не остановится. Ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Umbrella, сокращенно UBCS. Ты издеваешься? Это же из-за вас все случилось. Стоп, 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 стоп. О чем это ты? Доверять мне ты не обязан. Но я иду в убежище. Ты со мной? Ну пойдем, давай. Будто у меня выбор сюда. Есть. Так, тут у нас что? Какие-то вагончики. Ты сказал, что вы их переделали в убежище. Что именно ты переделал в этом вагоне? Капитан. Этой милой даме пригодилась бы помощь. Уцелевшую? Карлос, она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Raccoon City. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали... Михаил Виктор, мыслишь? И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. Поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Благодарите за это свое начальство. Да, если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Нам нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Ладно. Я в деле, но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Мы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Хорошо, Суперкоп. Держи. Это чтобы быть на связи. Я знаю, что такое рация. Итак, начнем. Сперва снарядим тебя. Поднимайся на улицу. Там будут припасы. Сначала, говорит, снарядим тебя. И иди поищи что-нибудь на улице. Отлично вообще. И мы идем на поверхность наряжать себя.